На днях получили сертификаты послов фестиваля Тафиса два именитых спортсмена. Дмитрий Носов, заслуженный мастер спорта по дзюдо, принял участие в торжественной церемонии закрытия 20-го чемпионата мира по стрельбе из арбалета, которая прошла в Ледовом дворце «Волга Спорт-Арена». Артем Вахитов, один из самых титулованных кикбоксеров России, стал почетным гостем первого в Ульяновске полупрофессионального турнира по тайскому боксу. Мы находимся в преддверии очень знакового события, крупнейшего международного события первого всемирного фестиваля боевых искусств под брендом крупнейшей организации и олимпийских видов спорта ТАФИС. И за тот год, когда мы активно готовимся, я стал на самом деле центром боевых искусств. Напомним, послами фестиваля, который пройдет в Ульяновске и Димитровграде с 13 по 17 сентября, становятся известные политики и спортсмены, популяризирующие здоровый образ жизни и несущие его в массы.